эти инженеры падают на пол. Это не игра. Они ищут ответ на вопрос, чем можно помочь пожилым людям, особенно одиноким. Как обеспечить им безопасность в каждодневной жизни? Эта женщина добровольно участвует в эксперименте. Меня зовут Линда Хаке. Я вот уже 88 лет живу в Бремене. У фрау Хаке отдельная квартира в доме для престарелых. Здесь женщина редко бывает одна. Ее навещают друзья, приходит обслуживающий персонал. А когда посетителей нет, за ней присматривает специальный компьютер. Он фрау Хаке не тяготит. Напротив. Он меня успокаивает, этот компьютер. Я знаю, случись со мной что, он сразу же отправит предупреждение, сигнал тревоги. Хотя я не до конца понимаю, как именно эта машина работает. Устройство ящик со стереокамерой реагирует на изменение положения тела и скорость движения человека, то есть на падение. При этом камера фиксирует лишь контуры тела, не захватывая лицо. Это позволяет сохранить пожилым людям конфиденциальность. В нашем проекте мы ведем речь об оптическом сенсоре, а не о традиционной камере. Мы опираемся на биологию, воссоздаем в некотором смысле оптическую систему насекомых, когда целостное изображение складывается из пикселей, которые реагируют на движение. Новинку легко установить в комнате, где проживает пожилой человек. Вот так. Компьютер совершенно автономен. За пределы квартиры никакой информации не передается. Если пожилой человек падает, машина немедленно реагирует на изменение положения тела и отсылает сообщение тем людям, чьи контакты введены в память компьютера. Мы настраивали систему, отработав где-то 120 падений. Основные алгоритмы таким образом уже опробованы. Теперь компьютер способен самостоятельно распознавать реальные падения. Автоматические сигналы тревоги разгружают обслуживающий персонал домов престарелых. В этом доме в Бремене новинки установлены в трех квартирах. Правда, другие обитатели также демонстрируют интерес к полезной машинке. На рынке есть подобные системы, самые разные, но мы отдаем предпочтение этой, так как она, с одной стороны, следит за безопасностью, а с другой не нарушает прайвеси наших постояльцев. Испытания продолжаются. Компьютеру вверяют безопасность часто беспомощных стариков, а значит, надежность машины должна быть гарантирована.